пиздец кислый. Прям, блядь, как старая нахла. Это самый лучший вкус Darkside. Кислее нахуй не было. Кислее даже, чем Red Cherry. Это реально лайм лемон от Darkside. Охуеть, это самый лучший вкус для миксов. В чистую, блядь, просто нереально. Дава, ты уже попробовал, это топ. Такого лайма я еще не курил, Darkside красава. Вот такое вот я слышал о новом Darkside. Это новый вкус Darkside под названием Sky Lime, космический лайм, небесный лайм и все остальное, да, как бы. Я его еще, честно, не курил, поэтому сейчас будем вместе с вами, собственно, открывать вот эти первые вдохи нового вкуса от компании Darkside. Я выкладывал просто превьюшечку такую, типа, мне пришел, скоро покурю. Мне люди писали, грубо говоря, лагерь. То есть мнение людей разделилось на два лагеря. Кто-то говорит, что он пиздец кислый, а кто-то говорит, что он нихуя не кислый. И, собственно, сейчас мы это и проверим. То есть я, конечно же, понимаю, да, все верно, что все зависит индивидуально от рецепторов, от восприятия многого, да. Поэтому мы сейчас, собственно, и забьем Skyline. Мы сейчас воссоздадим ситуацию самую стандартную в кальянной. Это РФ-ка чаще всего, да, либо апгрейд, но мы возьмем РФ-ку. Это обычные угли и, конечно же, call-out. То есть, ну, как без этого, да? И прогреем хорошенечко и проверим, насколько же он прям супер-супер. Так, я сейчас открою все это и попробую вначале пронюхать. Почувствуем, пощупаем сырье, как он забивается. Прогреем, раскурим и, собственно, поймем, к какому лагерю мы относимся с вами, да? А пока можешь написать в комментариях, кислый или не кислый. Да, потому что как бы, ну, многие-то уже успели покурить в хукаплейсах и так далее, да. Ну, а я, как обычно, в одежде The Other Outfit от компании Darkside. Так что, если хочешь прикольный шмотик, то ссылочки все в описании. Так, я, короче, открыл пачечку вот так вот безалаберно, как попало. И я так зубами просто отгрыз, все время забываю, что у Darkside есть надсечки, да, за которые можно дергать. Так вот, по запаху. Да, похож на лайм-лемон, но больше отдает именно, вот знаете, подобие щербетли, вот эти лемон-дропсы, и вообще пахнет он реально лемон-дропсом. Чуть-чуть чувствуется нотка сырья, то есть табачного листа, это у меня линейка медиум. По консистенции скажу вам сразу, любой цитрусовый вкус от компании Darkside, либо Daily Hookie, с пакета слазит просто замечательно. Он просто соскальзывает, блядь, как гандон с хуя так и слез, да? Поэтому по запаху, ну, довольно-таки интересно. Все очень круто. Пахнет реально кисло. Ну, пахнет реально кисло, да? Вот я реально сейчас стою, нюхаю и понимаю, что очень кисленько. Сейчас мы это все забьем. Так, как бы вам сделать так, чтобы вы меня видели, когда я буду забивать. Да, вот так вот поставлю вас. Сейчас мы это все забьем. Мы взяли обычную рефочку. И, собственно, у нас есть пачка Skylime. Погнали. Так, выкладываем. Да, сырье очень такое, ну, как это слово называется-то? Как слово говорится? Рыхленое, блядь. Рыхленое, нахуй. Рыхленое. Так, как вот творог, знаете, охуенный творог, вот он рыхлый. А твой подзалупный творог не рыхлый, блядь. Так, ну да, как в кальянной, да. Как в кальянной для себя. То есть в кальянной можно забивать два, как бы двумя способами, то есть двумя видами. Это для себя и для гостей. Вот мы сейчас забиваем в кальянной, как для себя. Так, ну ладно, я вот так вот забил, да, короче. Так, немного утрамбуем. Так, 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 так. Все. Дырочку сделаем маленькую, чтобы проблем не было. Все, чашечка у нас готова. Мы сейчас пойдем поставим уголечки. И честно вам сказать, я, ну, не ожидаю. Вот честно, я не ожидаю прям вау, супер вкуса. Потому что такие вкусы, они максимально на четырех, нахуй. Да, ебать. Мы же, блядь, охуенные, на четырех покурим. И я как бы, ну,
они ждут, что вкус будет такой прям охуенный, допустим, как Green Beam, да, лично для меня. Или, допустим, как... Бля, я вообще забыл все вкусы Дарксайда, у меня что-то с головой происходит, пиздец. Tropical Ray, да, который можно вчистую просто долбить, блядь, и кайфовать от этого. Я не считаю, что вкус будет такой. А если, допустим, брать лимонный вкус, а я очень люблю кислые и свежие вкусы, да, то, допустим, нахловский Ice Lemon, грубо говоря, да, я могу выкуривать просто за глаза, блядь, одну пачку за другой, да, то здесь сейчас мы посмотрим, как это будет все куриться, и я чувствую, что этот вкус больше, наверное, пригоден для миксов. Допустим, возьмем, давайте, другой дарксайдовский вкус, это Lemon Blast, да, вот его можно чистую просто залетать. Он может просто залетать в чистую так, что, блядь, мама, не горюй, да? Но интересно было бы его покурить еще с колой, такой миксет, знаете, лайм-лемон, кола и немного какой-нибудь левой ванили добавить. Будет довольно-таки прикольно, думаю. Так, у нас здесь кальян Веспер, не Маклауд. Просто мне нужно его прокурить для обзора. Сейчас надо резиночку будет найти, она где-то там в закромах валяется. И попробовать раскурить все это добро. Ладно, пока не переключайтесь, можете поставить лайки, подписаться на канал. Да-да-да, все правильно. А я пойду дождусь, пока уголечки подойдут, найду резиночку и поставлю все это на, собственно, на кальянчик. Вот мы его и взорвали. И я, конечно, правда, немного его уже покурил, чтобы, ну, не на ходу все как бы там составлять, как бы, да, немного, где-то минут 5 его покурил, немного до конца его догрел, как положено, да, чтобы было... И теперь могу сказать, что основной признак, то есть основной критерий данного вкуса – это кислота. Насколько он кислый? Так вот, ребят, если брать 10-бальную шкалу именно кислости, да, то тут на пятерочку, прям вот на пятерочку. Как бы хотелось бы, чтобы было посильнее, прям кисло-кисло, но немного не дотягивает. Даже учитывая, что стоят 4 угля, я грел под колпаком и немного его перегрел. Все равно такой прям яркой, охуевшей кислоты вы от него не дождетесь. А чувствуется свежесть, явный признак добавления, грубо говоря, суперновы, да, назовем это так. А также очень сильно похож вкус на... На Tutti Fairy. Кто помнит дарксайдовский вкус Tutti Fairy, и кто покурит Sky Lemon, Skyline, то явно он найдет схожести по вкусам. Просто добавили немного кислинки, либо, грубо говоря, сами смешали как. Берем Tutti Fairy, берем Lemon Blast. Ненавижу эту хуйню. На чем я остановился, да? Остановился на том, что взяли Tutti Fairy, взяли немного Lemon Blast и взяли, собственно, Supernova. Грубо говоря, я вот так вот все это ощущаю. На горло в чистую прям давит хорошо, прям, ну, немного неприятно. Если Lime Lemon от нахла, он прям реально кислил, что его охота была еще больше прям прокурить так, чтобы, блядь, у тебя горло порвалось, то здесь начинается такой, знаете, эффект отвращения к вкусу в чистом. То есть я вот сейчас покурю эту пачку, да, вот еще, может быть, чашечку забью, чтобы как бы понять до конца этот вкус, и я пойму, что больше к этому вкусу я прикасаться не хочу. Ну, в чистом виде. В миксах, конечно же, блядь, будет супер просто. Вот в миксах он будет залетать охуенно. Да, дико режет горло. Продувочка-то вертикально вниз. Так вот, ладненько. Если примерно брать этот вкус... И давать ему какую-то оценку по 10-бальной шкале, то именно в соло, по куре, я его отнесу, наверное, в самую низкую категорию. В миксах, наверное, в самую высокую категорию. Потому что в миксах, блядь, я просто чувствую, что я его смешаю нахуй. С Ice Granny, либо, блядь, с Coca-Cola, и будет просто тупо охуенно. Не то чтобы крепкий, да? Не то чтобы супер вкус, а вот этот именно эффект Tutti Fairy, он дает о себе знать. Кто курил Tutti Fairy, они поймут просто, да, что это такое курить чистым Tutti Fairy. Поэтому вот такой вот у нас Sky Lemon, Sky Lime, блядь. Так что все, думаю, про новый вкус рассказали.
Да. Осадок до сих пор во рту остался.